Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Я снова в лесу, я снова на природе. И в этот раз я хочу показать вам немножко другой мир Финляндии. Сейчас я стою на вершине одного из ледниковых камней, валунов. Даже не знаю, как это правильно назвать. Но если вы сейчас обратите внимание, я стою на самой-самой высокой точке этого валуна. Внизу простираются дома, дорога. Вот сейчас я подхожу практически к обрыву. Вы можете видеть, сегодня ветер поднялся. Вот так нереально высоко можно стоять. Вы знаете, это как в жизни. Иногда кажется, что человек, который стоит на вершине, он туда упал с неба. Но ведь мы все знаем, что для того, чтобы подняться в гору, на нее нужно подниматься. Для того, чтобы стоять на вершине, нужно выбрать путь, нужно выбрать снаряжение, нужно взять в руки себя, свою решительность, свою силу воли и отправиться подниматься вверх. Конечно, на полпути можно сдаться. Конечно, можно не пойти. Конечно, можно смотреть снизу вверх на тех, кто стоит на вершине. А можно попробовать самому подняться, встать и сказать этому миру: да, я это сделал. И в следующий раз, когда вы будете смотреть на человека, который стоит на высоком холме, успешен, или он просто по каким-то причинам кажется вам выше других, помните, он не с неба туда упал, он туда пришел. Удачи вам и до следующих встреч!